привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. С 29 марта я начала снимать серию видеоуроков на тему «Как получить здоровую и крепкую рассаду». Но если в то время, когда я снимала эти видеоролики, мои слова были как бы немного, ну, голословны, не было еще ничего, то сейчас я могу показать рассаду, которую я вырастила, посеянную во время тех видеоуроков. Вот, можете посмотреть. Капуста выросла очень крепкая, хорошая, здоровая. Никакой черной ножки у нас нет. Вот это вот подарок сорт. Ой, вот это подарок. Это Слава. Вот тут холодный рассадник, который стоял вообще на улице. Поэтому, если у кого-то не получается еще вырастить рассаду капусты, зайдите на мою страницу. Как обычно, наберите Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Пересмотрите все видео с самого начала. Там нет ничего сложного. Рискните, посейте в самые ранние сроки на холод, и вы получите вот такую здоровую, крепкую рассаду. Вот сейчас вы ее высадите, она будет мало болеть, у нее хорошие корни. Она сама сильная. Ну, видите, крепкий стволик. Вырастить рассаду капустную — это очень просто. Ей нужен только холод. Все. Смотрите видеоуроки внимательно. Повторяйте на будущий год все эти операции. Ничего сложного нет. Посеял семечко в землю, полил, закрыл пленкой. Вылезла, распикировал на улице. Пусть она будет на улице. Вот эта грядка пережила два заморозка по минус 4. Один раз два дня было минус 4, и второй раз два дня. Покроется инеем, побледнеет, потом оттает и дальше в рост. Все. Видите, ей нужен холод, ей это нравится. Так дайте ей холод. Выращивайте рассаду капусты, не покупайте на базаре, не тратьте деньги. Это все реально сделать в домашних условиях. До свидания. Всем хорошего урожая. Желаю, чтобы у вас тоже вот такая же крепкая, здоровая капуста выросла.